Да, если будет продолжаться так с интернетом, то, наверное, придется заканчивать. Потому что проигрывать так партии тоже не хочется. Так, сильным соперником во французскую. Ничего не получается. Видите, ничего не получается. Тормозит и все. Хотя бы трансляция сохранилась, потому что так может вообще выбить. Вообще может выбить. Так, по-моему, мы что-то такое уже играли с ним. Что-то мы с ним такое уже когда-то играли. Так, быстро ходит шахматист. Шахматист. Так, ну и что дальше? Ну, дальше можно c5 попробовать. Или слон f6 перед этим ходом. Он сам вперед полез. Ну, веншпилечек забрал. Так, ну давайте так, забрал. Ну и сюда поставлю, чтобы ладья не проникла. Так. И сейчас ладья e8 как-то, наверное, сыграем. Пока ладья e8. И мы у него кое-что спросим, как ты будешь дальше действовать. Линию Е, конечно, отдавать ему не хочется, но ведь ладья немножко неудобно стояла. Давайте я как-то F6. Тут, конечно, не очень удобно в том плане, что все-таки надо было, может быть, слон C5 пойти. Все-таки тут черные поля, да? Если слон C5, он разменялся сюда. Давайте слон C5, тут неудобно, у него ладьи стоят. Если он пойдет потом обратно, то я могу, в принципе, даже и слона на d6 поставить с идеей поймать ладью. Ну или же на f2 шлепнуть. Слон d6 вернуться. Нет, он предпочитает не возвращаться, сюда пойти. Ну, хорошо. Посмотрим. Посмотрим. Вот он прогнал, и может быть b5 сразу сыграет. Заблокировать пешки на полях тех. Хотя я могу h6 там как-то. Слон на d6 достаточно стабильно стоит. А вот он так на черное ставит. Угу. Красавец конь. Он на f5 хочет пойти. Ну давайте так пока сыграем. Так, ну давайте с этой стороны попробуем. Ну и тут может быть что-то получится, типа какого-то хода вот такого. Попробовать. Спровоцировать, может быть, F4. Ну, тогда ладья e3, я пойду. То ли думает, то ли что, то ли где. То ли думает, то ли где. Так, так, король стал, да? Угу. Ну, давайте так тогда сыграем. Попробуем. Сейчас, наверное, конем надо отскакивать. Но тут у меня уже варианты. То ли перейти в легкофигурное, что, в принципе, при таких раскладах неплохо, да? Вот здесь. Угу. Так, вот он сюда пошел. Могу перейти в легкофигурное. Давайте перейдем в легкофигурное. Оно мне кажется приятным, что практически все его пешки стоят на черных полях. И можно попытаться это действительно использовать. Давайте пока так сыграем. Вот так. Если заберет, то будет крайняя пешка. Может конь e3 сыграть. Ну, конь e3 неплохо. Хотя конь e3 разменяться, там же можно еще пешечник. Нырнуть.
Соперник думает. Разменяться и в пешечник нырнуть. Давайте попробуем вот тут сначала побить, проверить его, что он там будет. Симметрично она должен бить, да? Если АБ заберет. Да, симметрично побил. А теперь с этой стороны побьем. И вот тут интересный вопрос. Если сыграть он в 4, он ушел. Нет, мне кажется, это не даст мне шанса на победу. Надо коня нормально ставить. Давайте вот так. То есть, вернее, не коня. У меня коня, конечно, нет. Короля. И попытаться вот здесь выкрутить. Так, давайте b5 пока, хотя. Опять же, b5. Давайте b5, чтобы конь туда не стал. Потом вот таким вот образом. Нет, пока он на f5 блокирует. Хорошо, тогда я зашел с этой стороны. Он думает о пешке h, я думаю о пешке a. У меня все-таки там две будут связаны. Это большие слабости. Вот он... Не, вот это уже не то. Вы знаете, вот это уже когда так приходится ставить коня, это уже не то. Это уже явно не то. Потому что я сейчас играю слон f6 и... И усё, как говорится. Ну, король f3 как-то надо ходить. Король f3, я дам шах. То есть, вернее, я пойду на же... А, он сюда пошел. А, он хочет вилку поставить, да? Ну, а что-то вилка. Хотя, давайте, знаете как, я пока не буду спешить, вот так пойду. Вот так сыграем. Тут ничья пишут, отнюдь. Вы знаете... Тут ничей не пахнет. Я могу пробежаться туда-сюда. А вот он с этой стороны. Давайте тогда вот так пока сыграем. Или может быть все-таки пешку на черное там поставить. Нет, давайте не будем. Сюда, потом на ход конем, как говорится. Да, мы сюда. Вот. Может быть даже вниз. Давайте вот так вниз, чтобы не заслонять слона. Да? Так, а теперь с этой стороны. А, так он так. Сюда. Нет, нельзя так ходить. Что-то я, наверное, накрутил не то, вы знаете. Не то я накрутил. Мне кажется. Не туда я пошел. Слон b6 надо ходить. Так, сюда. Угу. Не получается. Ладно, в ухудшенной редакции с потерей, по-моему, пары темпов. Я все-таки возвращаюсь к этой идее. Так. Да. А там еще же нельзя бить пешку. Плохо. А, он тут решил так закрыть. Ну ладно. Угу. Нет, ну конь же поймал. Что же он сделал? Да, ну, это не тот уровень. Что ж ты делаешь? Ну тут разве что у меня время закончится. Сюда. Ну это все цейтнота. Да, сдался соперник.